детский состав поехал покорять парк культуры Победа в городе Тирасполь 21 октября, которому 70 лет. А я хочу так, то мне в прошлый раз написали, а почему, дескать, так мало выходили, ничего, дескать, вы не показали. Да в прошлый раз, в принципе, и детей не было, когда я был. Как это было давно, было давно. Ну вот, смотрите. Даже вот очереди стоят. Вот карусельки. Такие, как я любил на такой вот кататься. Карусельки. Так. Все больше и больше листвы. Вот кто-то что-то несет, какую-то пиццу. А тут сколько людей. А, тут еще и детей разрисовывают. Вон оно что. Вот, видите? Так. Вот это на самый такой оживленный. Привет. Оживленный. Моя аллея. Достаточно. Вот. Вот. Тут много-много детей. Так, вот на такое не катался никогда. Ах, как хорошо осенью. Как много людей, как будто праздник 1 мая или 9 мая. Такое не часто бывает. И не часто это можно увидеть. Так. Вот, а что там за такая вышка? Сколько хоть билет стоит? Надо хоть узнать. Ну, иди. Ладно, наверное, пойду я тогда иди. Обратно. Ну вот, качели-то у нас не изменились. Они остались прежние. Вот, смотрите. Вот так вот дети катаются. Вот. Как старое доброе время. Дети катаются в парке. Идемте. Так, ну что, идти, не идти к центральному входу уже. Что-то я разленился. Так. О. Вот это, наверное, основное столпотворение, так как тут в основном дети. Все-таки где больше людей, там больше детей. А, кстати, у нас такая бендера тоже стоит. Ой, лодочки, мои любимые лодочки. Когда на Ленинском поставили, я все хотел, я все любил на них кататься. Так. Ну вот, немножечко так, если вы так цены увидите. Ну, давайте немножечко так глянем, что к чему. Хочу напомнить, что доллар стоит 16 рублей. Самое дорогое тут, что есть, это 12 рублей. В основном какой-то макачино, любимые лаппе,
Даже я не знаю, что это. Даже мне иногда кажется, что я живу за границей. Так, а тут что? Вот, 20-30 рублей даже, да, вот. Вот давайте посмотрим, какие цены. Вот лаваш с курицей 30 рублей. Ну, в принципе, доллар где-то 78 центов. Ну, вроде ничего так. Да, кстати, вот после 20 тут скидки. Пойдемте. Так. Тут попкорн где-то это жарится. Только сколько он стоит, я не могу понять. Я знаю. А сколько попкорн есть сейчас? Небольшой. Так. Давай, Эрик. Вот шарики всевозможные. О! Джунгли. В моем детстве была передача «Джунгли зовут». Так, что тут? Что тут? О, машинок сколько в парке. Какая красота. Я так понимаю, что там, наверное, какое-то животное. Иначе бы детей бы столько не было. Так. А ну-ка, мы еще тут. Так, что там такое? Я не могу понять. Там что, зверинец или что? Игровой виртуально. Итого поплатить 25 рублей. Спасибо. Вот, 25 рублей. А что там такое? Я что-то не могу понять. Убедительная рекомендация. Что там написано? Посматривать за вашими детьми. Ну, в общем, это новые игры, такие современные. Вот, наверное, наподобие вот такой вот игры. Вот так вот человек висит перед монитором. Все. Ну. Билеты выставай. Так. Ох, как всех, всего много сегодня. Ой-ой-ой-ой. О, на автомобиле парень едет. Так, ну давайте я тут уже завершение буду делать. Да, как вы видите, у нас в Тирасполе здесь нету заборов. Ну, придумали такую новую ноу-хау, что все парки должны быть как в Европе, без заборов. Ну, так, что тут? Все есть, кроме Деда Мороза. Ой. Вот, дети катаются, лошадки-ангелы. Так, вот сколько всего сегодня. Ну, правда, сегодня очень-очень хорошо. Так, тут тоже, тут разведчики написано. Ну, не знаю. Я любил быть фашистом почему-то в своем детстве. Так, это что? Сегодня какой-то день просто солидарности. Так, так, тут пройти нельзя. Тут уже, по-моему, все. Надо все-таки прорваться, то я застрял. Да. Пойду я так, обойду тогда и еще вам центр покажу. Все тогда. На этом я буду, наверное, завершать. Так, я обхожу и еще центральную вам аллею покажу, и на этом все. Так,
Так, так, так. О. Вот это такие вот бассейны. Вообще, этот бассейн теплый, я не знаю. Вот он вообще так холодный. О. Вот тут еще с этим плоском. Так. Все, пора на выход.